Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую в этом ролике. Я буду открывать контейнеры. Я открою контейнеры на 200 миллионов рублей. Изначально сумма была 100 миллионов, но потом я немножко увлекся и открыл контейнеры на 200 миллионов, возможно, даже больше. Я точно не считал, сколько я открыл контейнеров, но кому интересно, можете посчитать и написать об этом в комментариях. Самое интересное то, что я этот ролик записывал 4 дня. То есть на протяжении 4 дней я открывал контейнеры. Сами просто вдумайтесь, это реально очень жестко, и я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Давайте на этом ролике наберем 300 лайков, я вам буду максимально благодарен, и возможно в будущем я запишу подобное видео, где, допустим, открою 50 контейнеров. Поэтому все зависит только от вашей активности. Но если вы еще не играете на проекте Amazing HP, то конечно же не забывайте вводить мой промокод. Пишите промокод Полканов, за него вы получите 300 тысяч, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Но я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом, потому что он получился довольно-таки интересный и насыщенный. Всех обнял, приподнял, погнали! Ну что ж, ребятки, вот я приехал на первое открытие контейнеров, то есть сейчас мы будем открывать контейнеры, время 10 часов утра, самый первый спав контейнеров, я постараюсь сегодня пойти на все открытия, конечно, будет реально конкуренция, потому что вышло обновление, и там в контейнеры добавили много новых и интересных автомобилей, и именно поэтому сейчас все эти контейнеры как бы открывают, и у меня есть 100 миллионов, чтобы открыть контейнеры, и посмотрим, возможно, мне сегодня выпадет какой-то новый автомобиль. Я на это очень прям сильно надеюсь. Как вы можете заметить, как бы желающих открыть и посмотреть очень много. У меня есть 100 миллионов. Я постараюсь реально открыть сегодня много контейнеров. Я не знаю, сколько мне хватит денег, правда. 100 миллионов, но это минимум где-то 10 контейнеров, я думаю, можно открыть. Поэтому буду стараться для вас. Надеюсь на вашу активность, на ваши лайки. Давайте на этом ролике реально наберем 200 лайков. Я буду прям максимально сильно благодарен. Я знаю то, что вы любите контейнеры. Я как бы не особо часто записываю ролики подобные про контейнеры. Но так получилось, что вышла обнова. Контейнеры добавили новую машину. Я подумал, почему бы не открыть контейнеры на 100 миллионов рублей. Так, контейнеры заспавнились, давайте посмотрим. Так, давайте тогда 9 миллионов сюда заряжаем. Вот тут борьба, пацаны, жесткая за контейнеры. Здесь мы можем, получается, выбить Макларен, вот, Сена. Нормально, так, продать. Все, идем дальше. Так, давайте 9 миллионов зарядим. Вон там еще один контейнер есть. Сейчас посмотрим, будут ли меня перебивать. Не, ну братанчик, ты куда лезешь вообще? Бля, я надеюсь, хотя бы где-то будет что-то нормальное. Я просто хочу максимально много контейнеров открыть, потому что... Ну, блядь, надо контент реально, пацаны, делать. Ну, блин, я надеюсь на новую тачку хотя бы. Было бы круто реально выбить Макларен. Так, Ивека, я не знаю, сколько у него госка. Так, и здесь у нас выпадает Додж. Не, ну я, получается, что, купился, типа? Сказали, что там госка 20 миллионов. Продать государству 8 миллионов. Короче, без дома я забрать не могу, но если продавать через рулетку, я могу продать за 8 миллионов. Бля, я деньги не снял, долбоёб я ебаный. Так, контейнеры, я вас жду. Я готов ебашить. Бля, меня никто не перебивает, сука. Я 9 лямов поставил. Там Митчелл открыл, что он выбил. Синие сноубордические очки. Вольво. Еще одна. Давай это, сюда быстрее, сюда перебивай. И сюда за 11 не могут. Похуй, ебать, 12. Убил, он бессмертный, ну похуй. Бать, он тупой. Да, вот 12 лямов. Ивать, ты перебиваешь. Что тебе в прошлом выпало? Ивека. Давай, 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 контейнер, открывайся, уху! Хуйня, давай сразу полетим туда быстрее. Сколько тут? Тут 20 секунд, Кири. Бегу, 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 сколько это надо ставить? Я ты заебал. Сейчас выпадет Логан 20-го года. Он перебил 14. Да, 14 лямов. Я не буду перебивать, я не долбоёб. 14 лямов. Ебать, 14 лямов.
Где там 14 лямов? Ого, ебать. Ебать, Макларен, я ебу. Не то, кажется, там хуйня, это минус. Говно, 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 говно. Открывай. Ого, ебать. Хабибка, брат. Просто хочется выбить что-то новое, понимаете? Из новых автомобилей. Что там сейчас выпадет? Как вы думаете? Что выпадет? Да ты что, ебать? Бля, он окупился, кстати. У него гелик выпал. Сука, блядь, ебать, борьба это, пизда. Блядь, ебать, это борьба. Я заебался туда-сюда, ебать, бегаю, не могу контейнер открыть. Покажи мне лодника. Так, забрать себе. Давай, 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 давай. Сука, не успел. Что ему выпало, ебать? Забирай. Не забирай, не забирай. Не забирай. Ебать, ему хуйня выпала, пиздец, реально. Сейчас вы видите самый дорогой, получается, приз, который я смог выбить. Это Кибертрак, пацаны. Эта машина стоит 30 миллионов рублей. И это впервые, когда я выбил настолько дорогую машину. Да, я когда-то выбивал там Бугатти, другие машины. Но Кибертрак я выбил реально впервые. Поэтому можете реально меня поздравить. Я просто охренел. Просто так на лайтики открывал, и выпадает Кибертрак, понимаете? И я с него неплохо так заработал. Ну что ж, ребятки, наступил уже второй день, получается, когда я открываю контейнеры. В первый день мне много чего интересного выпало. То есть с каждого раза, когда я открывал контейнеры, у меня был окул. То есть на данный момент у меня 102 миллиона. То есть я в плюсе на 2 миллиона рублей. Я открыл уже около там 6 либо 7 контейнеров. Выбил, кстати, Кибертрак. В первый раз в жизни я выбил реально Кибертрак. Гвоздка у него была 30 миллионов. Я его починил и слил за 24 миллиона рублей. Сейчас как бы следующий день, утро, и я буду открывать контейнеры. То есть я хочу открывать до тех пор, пока у меня либо не закончатся деньги, либо я не выбью там Макларен, либо еще что-то интересное. То есть я хочу для вас сделать прям такой максимально жесткий, насыщенный ролик про контейнеры. Поэтому надеюсь на вашу активность, на ваши лайки. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пусть будет так, давайте быстренько, опа, 10 миллионов ставим. И будем ждать уже следующие контейнеры, в принципе. Я Мурманск хочу открыть, потому что мне оттуда часто что-то выпадало. Поэтому я надеюсь, что мне реально повезет. Еще Санкт-Петербург было бы неплохо. Ну, там вон еще два контейнера стоят, поэтому я думаю, мы их попробуем открыть. Так, мне выпал Фиат, отлично. 10 миллионов сразу ставим просто и все. Митчелл 10-5 ставит. И дают сами проебывают по 15 миллионов. Так, ладно, давайте сбегаем туда, посмотрим. На Санкт-Петербург, получается, ставим 6 миллионов. И здесь есть еще Сухум. Ну, Санкт-Петербург, там реально может выпасть что-нибудь интересное. Два контейнера, пацаны, таких интересных. И, блин, что Сухум интересно, что Санкт-Петербург. Ну, скорее всего, наверное, Санкт-Петербург что-то выпадет. Ну, сейчас посмотрим, пацаны, лох я или нет. Просто мне почему-то чуть как подсказывают, что именно Сухума выпадет что-то интересное. Я понял, ну, такое. Сейчас посмотрим, что мне выпадет. Заебись, какая-то залупа. Итого я в минусе на 7 миллионов. То есть в этих контейнерах не было вообще никакого окупа. Ну что ж, ребятки, я обратно приехал на контейнеры, без этого как бы никак, я уже здесь как бы живу. Сейчас посмотрим, что у нас тут интересного есть. Так, Новороссийск есть, потом есть Мурманск. Ну, в принципе, Санкт-Петербург было бы неплохо открыть на самом деле. Давайте, наверное, Санкт-Петербург открою, сразу 12 миллионов поставлю. Сейчас попробую вообще все контейнеры открыть на самом деле. Так, давайте открываем вот этот контейнер. Так, М3. Ладно, я в порт, короче, продаю. Так, хуйня. Ладно, идем тогда к тому контейнеру, потому что я уже в минус и неплохом, пацаны. Вчера был день намного продуктивней, прям намного продуктивней, потому что с каждого открытия, каждый раз, когда я открывал, у меня был окуп. То есть я там особо в минус не уходил. Но сегодня я прям жестко ухожу в минус, и пока что за сегодня никакого окупа не было. Понимаете? Моя цель — это реально выбить Макларен. Я именно охочусь за Макларном, понимаете? Музыка ебашит, бабочки улетают. Но если здесь выпадет хуйня, то я уйду в очень огромный минус, ребята. Бабки-то не вечные, ебаный рот. Но скорее всего сейчас выпадет какая-то хуйня. BMW M3 кабриолет. Так, я короче в минусе на 15 миллионов. Ну нормально, нормально. Пойдет, 15 миллионов в минус. Ну что ж, ребятки, сейчас будет следующий подход за контейнерами. В прошлый раз мне не повезло. Я повторяюсь, то что я второй день уже открываю контейнеры. То есть я от контейнера открыл в 10 утра, в 12 и сейчас 2 часа дня. Я также буду открывать контейнеры. Пока что Макларена я не увидел, никому он еще не выпал. То есть ладно, если бы он выпал бы другим игрокам, чтобы я хотя бы увидел то, что его можно выбить, понимаете? Так, погнали в ту сторону, там больше всего контейнеров. Что там у нас выпадает, интересно? Что тут падает вообще? Капа?
Поехали. Давайте 12 миллионов ставим. 12 заряжаем просто. Ну я, пацаны, мяту выбил, то есть это уже реально неплохо. Тачка реально интересная, я поэтому ее забрал. Мне интересно, какая там гос. Скорее всего, наверное, маленькая, но хочу реально... Чем больше ставишь, Макларен ебать. Макларен хочу ебать. Макларен было бы реально шикарно выбить. Вот если я выбиваю Макларен, все, я останавливаюсь. Опа. Держи, братан. Кстати, не такой уж большой минус. Мазда. А, я, кстати, не переименовали, ебать. Давайте ее заберем. Госку у нее лям 500, но по факту ее можно продать, я думаю, за 15 миллионов, потому что ее нету ни в автосалоне, ее нету по факту нигде. Но в минусе я, кстати, реально большом. То есть побочки потихонечку улетают. Ну что ж, меня крашло, давайте попытка номер 2. Я просто хочу ее перекрасить в белый, понимаете? Я прямо ее забрал, чтобы вам чисто показать. Да и мне самому было интересно, поэтому, чтобы вы вообще понимали, что это за машина. И ну тачка вообще прикольная. Конечно же, белый цвет. Ой-ой-ой. Какая она сексуальная, бляха-муха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реально, на нее винил еще есть. Да ты шо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, она прям красавица просто. Но кто понимает эту машину, кто ее знает, тот меня поймет реально. Она прям вообще приколдесная. Очень классно смотрится. Короче, пацаны, неважно. Я выбил машину из обновы. Выбил, это уже хорошо. Но моя цель все-таки это Макларен. Ну что ж, ребятки, очередной день, я открываю контейнеры, это уже третий день подряд. Вчера я открывал как бы два раза, по-моему, контейнеры, или три раза. Сегодня постараюсь открыть хотя бы два раза, потому что денег у меня, в принципе, осталось немного, всего 57 миллионов на контейнеры. Надеюсь, то, что мне хотя бы выпадет что-нибудь интересное. Пока что из интересных машин мне выпало, получается, АЕ-86. Хочется реально либо RX-7, либо Макларен. Уже хожу на эти контейнеры, как на работу, реально. Каждые контейнеры практически все дома я открываю. Поэтому надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Просто сами понимаете, я это видео... снимаю уже третий день. И монтировать буду, в принципе, тоже много. Давай, 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 перебивай меня, перебивай. Ладно, 7 миллионов поставлю, допустим. Ну ладно, братанчик, давай поиграемся с тобой, так сказать. Чисто, ну так, красиво, ебать, красиво, чтоб было. Вот так вот. Я хочу открыть все контейнеры сегодня. Фу, давай, родной, давай. Хочу Макларен. Хочу Макларен. Так, залупа какая-то выпала, короче. Идем дальше. Хуйня. Одень, нахуй, шляпу себе, ебать. Себе на очко надень, ебать. Ну, походу здесь, пацаны, нихуя не будет вообще интересного. На, ебать, вкуси, ебать, хуйца. Мне похуй. Ну что ж, ребята, следующее открытие контейнеров, но здесь мне ничего, в принципе, такого интересного не выпало. Мне выпало Audi TT, которое стоит довольно-таки мало, и выпало... фура, точнее тягач, Volvo. Но Volvo я не был уверен, потому что мне кажется, там госка где-то 5 миллионов, поэтому я ее решил слить в порт. Ну а насчет Ивека, у Ивека реально тогда была госка хорошая, а именно 20 миллионов я выбил две штуки, их продал и заработал неплохие деньги. О май гад! Ама хасл. Стоп, пидарас. У меня стрим через 15 минут, какой КС, нахуй. Че, майтишь меня, брат? Тебе бы как-то писал, то, что а он че, на хорту изменили. Вон у Максима спроси, если он согласен, то прими. На Максима перекинул, типа... Меня дебилы, блядь, спрашивают теперь, кому ты заебал? Опа, ебать. Бомж выпал Кирилла гейму. Пиздец, столик, нахуй. Заводь машину. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Да вы, блядь, лезете нахуй. Ха, хай открывать, ебать. Хе-хе-хе. Я съебался нахуй сюда. Бля, если ему выпадает Макларен, ебать, я вообще рот ебал, блядь. Хуйня. Все контейнеры уже открыли. Ебаный рот, блядь. Ну и сейчас, ребята, выйти мои последние открытия на последние деньги. Я вам так скажу, то что мне выпала херня. Поначалу, да, мне выпал Mercedes GTR, который стоит нормальных денег. Потом мне выпал Sprinter и выпало Audi TT. И все, как бы деньги закончились. Но в итоге я открыл очень много контейнеров. Но, к сожалению, какой-то McLaren либо RX-7 мне не выпало. Ну что ж, ребята, на этом я буду заканчивать. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, потому что видос получился реально бомбовый, я считаю, потому что было все. Были деньги, были контейнеры, были интересные машины, поэтому, если вы хотите повторить подобное, то покажите реально хорошую активность, наберете 300 лайков, запишу видео, где я еще больше потрачу денег на контейнеры. Допустим, открою 50 контейнеров. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной.
мной. Если что, игра на втором серваке, вводите мой промокод и получайте 300 тысяч рублей. На самом деле, я очень устал от этого ролика, потому что я реально не мог собраться с силами просто даже его смонтировать, потому что материала было очень много, и все это было разбросано. То есть материала вышло там около 2 часов, понимаете? Это реально очень много, но я все-таки собрался с силами, взял себя в руки и для вас смонтировал данный ролик. Надеюсь, это было не зря, потому что я реально очень сильно старался. Ну что ж, ребятишки, девчонки и мальчишки, всех обнял, приподнял. Огромное спасибо за просмотр. Большое спасибо, кто досмотрел до конца. Реально, вы красавчики. На этом я буду прощаться. Всем пока-пока.